12 дней до плей-офф. «Авангард» снова на льду арены «Омск» готовится к решающей части сезона. 16 и 18 февраля на нашей площадке состоятся последние матчи регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» и «Барыса». И к этим играм нужно тоже очень хорошо подготовиться, потому что от них зависит, останемся ли мы на первой строчке в Восточной конференции. Сейчас «Авангард» занимается по группам. Первая в зале, вторая на льду арены «Омск». И идут самые активные тренировки. Саш, 12 дней до плей-офф. Обратный отсчет. Какие ощущения? Есть ли какие-то необычные эмоции в связи с этим? Там каких-то ощущений особых нету. У нас еще 2 матча очень важных, поэтому сейчас готовимся к ним и через них уже входим в плей-офф. Ты в плей-офф поиграл на своем веку, можно сказать. Да, и для тебя какие качества становятся основополагающими в этих играх? Это в первую очередь запредельный настрой, концентрация на каждый момент везде. То есть будет очень много борьбы, я думаю. Поэтому ни на минуту нельзя расслабляться. Сейчас нам нельзя расслабляться перед встречей с Сибирью, прежде всего. Да? Борьба за первое место в конференции, я так понимаю, принципиальнейшая. Ну, естественно. И в Сибири там еще у нас «Магнитка» есть на хвосте. То есть поэтому очень важный матч будет. Лично ты себя как-то готовишь к решающей части сезона? Вот у тебя, может, какие-то появляются там особенные ритуалы? Может, вот ты прическу сменил, кстати. Почему? Да нет, просто решил постричься. Это ни с чем не связано. Ритуалов нет, то есть просто режим. То есть отдых, больше отдыха, хорошие тренировки. То есть надо сейчас себя нагрузить немножечко, чтобы быть в хорошей форме. Поэтому надо пожить сейчас несколько месяцев, оставшись хоккеем полностью. По какому плану работа вот в эти дни? Сейчас перерыв, сейчас можно и физически подтянуть команду, и заложить фундамент на дальнейшее. Плановая работа идет, двухразовые тренировки. А расскажите, кого мы сможем увидеть 16-17-го? Болельщиков, безусловно, интересует Александр Попов. Я не хочу пока об этом говорить, еще пока точной ясности нету. Ну, надеемся, что все ребята будут живы-здоровы. Но ближе к игре уже будет ясность. Вообще, на ваш взгляд, в том числе и как игрока бывшего, который в плей-офф много принимал участие раз. А какие качества в плей-офф становятся основные? А что важное самое для победы? Ну, мне кажется, в плей-офф самое важное должно быть я, должны быть только мы, это команда. Все свои амбиции в сторону, все ради победы, ради достижения одного результата. Это же такие индивидуальные виды спорта, где ты только на себя работаешь. Здесь помог партнеру, партнер помог тебе, друг за друга, единым целым, как говорится, только тогда будет успех. Все это есть в «Авангарде»? Да.